Окей.
Да. Удивительно. Очень-очень удивительно, что вот так вот все. Так. Понятно. Идите в жопу своим золотом. Слишком много хотите. Так, что там, кто там у нас онлайн? Понятно. Задачки тут. Ладно, это 10 у меня еще тут. В принципе. В принципе, еще 6,5, еще 30 тысяч. Можно будет выбить тут. Сейчас экипаж качается. Такое. Тут уже 42 тысячи у меня. 178 30. Ну, еще 150 надо будет как-то каким-то макаром заработать. Вентиль на ренегате, на супер коне. Так, еще 7 очков и будет. Поехали. Поехали, поехали. Вылез мы за орехами. Вылез мы за орехами. Поехали, поехали. Ой, да. Какая прекрасная карта, в скобочках нет. Две арты. Сейчас посмотрим, куда союзники наши поедут. Бой начинается. Снесло третье ущелье. В принципе, не тяжа, конь. Второй конь. Они будут от башки играть. А кто? А, это 32. Ну, я в город туда поеду. Если один из коней поедет в город, в принципе, его развалить не так уж сложно. Исчез сучонок. Так, кину на всякий случай. Готово. Так, супер конь в ущелье. Ясно, понятно. Надо ехать до фигбаза. Надо ехать до фигбаза. Эти олени сейчас сдохнут максимально быстро. Причем без особой потери ХП. Его сейчас убьют. Вот конь почти хуйный.
Так, коня остановили. Ну я что, кажется, что мог-то сделал. Наши додики просто сдохли в городе. Причем в большем преимуществе, чем на этом фланге. 200 стояло, блин, на линии под камнями, блин, дрочили. Больше никаких вариантов. В теории я тут вообще ничего не мог. Ввиду того, что я коню все хп отдал практически. Но коня я съел. Я не удивлюсь, если у меня буду в топ-5 по урону своей команды. Даже если тут ты вообще будет идеально. Ну, CDC тут вообще ничего не сделает. Инфраг. Максимум инфраг по CSU. Просто идеальные. Просто идеальные команды. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Как тут что-то можно сделать, вообще не понимаю. При всем желании ничего нельзя сделать. Так, что там? А, 2 очка не хватило. 2 очка не хватило. А, даже 2 900. В смысле? Так, ну про джиту я видел. Коня это. А, у меня в стерву залетело. 2 шота, понятно. Без засвета. Хорошо, хорошо. Я рад. Я очень рад. Не зря, значит, блайндами кидал. Ладно, что, поехали с 2 очками дальше.
Так, еще один фражик я выполню на 25 бомб. Это будет офигенно. Да, мне бы вентиль бы сюда, ну блин, 600 тысяч пока жалковато, а снимать не хочется. В целом и так пока неплохо. Поэтому поиграем пока без вентиля. Учитывая то, что я все равно 50-го буду продавать, он не нужен. Он машина, конечно, неплохая, но с него просто больше некуда идти. Десятку открою и продам его. Хотя машина нормальная, если правильно на ней играть. Так, что мы имеем? Супер коня, обычного коня, 10-го, 703-го Каена и Эмиля Айстри. Блин, тяжи дофигища тяжей. Прям овер дофигища. И конь Истри, Истри 2. А, все понятно. Все понял, все понял, все понял. Все понял. Блять, они. Ага, понятно. А, ну все ясно. Все ясно. Я вас понял. Все понятно. Все понятно, привет. Thank you.
могли сдохнуть. Да заебал ты, хуесос. Ой, господи. Так. Второй этап, что тут? Тоже 50, знаете. Тоже 50. Так. Так, стандартно я сделал, да? А, тут нет, еще. Еще не сделал, еще. 1800, ну, рубовали 2К. Чисто вот надо работать. Так. Ой, так, сейчас минутку, ребятки, я подойду. Ой, да. Ой, так. Поехали дальше. Так, девятки, восьмерки, 2, 5, 7, 705, 703 миллиф С3. Угу. Без арты. Без артюльки. Так, ну воины у меня конченые относительно. Бог его знает, как лучше отыграть. Бой начинается. Готово.
Понятно. Все ясно, понятно. Туда дофига, сюда нифига. Интересный разъезд. Очень интересный разъезд. Так, туда может приехать Шкода. 430-й. Здесь теоретически давить вообще никак нельзя. Что, блядь? Да кто меня мог так жестко высветить? Походу на горе кто-то стоит. А, ЛВЛТ, ясно, все. Все ясно, понятно. Так, а Эмиль там, да, с 430, нет. Хорош! Понятно, все как всегда. А, ты фугаса зарядил. Уёбок тупорылый, блядь. Эй, Эмиль на фугасах. Господи, какие ж вы днари, блядь, я ваш рот имел. Вы просто конченые. Просто, сука, конченые.
А, все, понял. Пидорасы. Просто пидорасы, блядь. Делаете хуесос от хуйбы. А, блядь. Животные, сука. Ебливые. Да. Команды, конечно, как всегда. Они, может, там победят, но они тупо меня отдали. Я ничего не мог сделать по факту. Так, ладно. Ничего. Зло совсем. Как тут жопа не будет гореть. С такие олухи играют. Десятки, восьмерки, девятки. Такое себе удовольствие. Бой начинается. Я не уверен, что я тут что-либо не стреляю вообще. Готово! Я не понял, кто им дал стандарт, или бот-чат, что-то. Это ВПшки. Это очень интересный вопрос. Да, там победили они на фьордах. Сумели, молодцы, конечно. Но то, что я сдох без ничего, конечно. Ну да ладно. У меня была печаль, я черт не качал. Ага, ТВП. ТВПшка.
один стандарт и 101. Ой, да, ничего тут не сделаешь. Из 50 Очень интересно. Это СТ-шка морта одна, но блин, ПТ-шек миллион, просто миллион. То, что у нас один даун.
боюсь, у нас проблемы. Там Борщецкий где-то на рогах сидит, ясно. Так, 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 что мы можем тут предпринять? Борщану так просто не продаем, да? Схитрить немного. Блять, 704 это опасно, блядь. Я ж борщец. Ну-ка, Егор, посвети по нам хорошим господам. Опа.
Сейчас еще кладочку. Господи, ты еще что-то смел сделать? Я вообще шофер, господи боже. Это как надо? Это как надо? Какими клешнями надо играть, вопрос? Просто не понимаю, как этот человек качнул девяток с таким процентом победы. Так, среду хочу на нам 1900 просила немного. Сто семьдесят. Боевой пропуск за голду, блядь. Wargaming со всего хочет срубить бабла, блядь. Со всей хуйни, блядь. Без доната, блядь, никуда, нахуй. Без доната никуда. Так, из 3, 2, 5, 7. Взвод 50. А, 50 СС3. Взводная, ясно. 1, 2, 5, 7. Неприкаянно, понятно. Так, значит, надо аккуратненько пока. Этот взвод не может поломать всю игру. Если они вкатят у меня, то... Это тоже немаловажно. И главное, это тоже не опасно. Очень опасно. Необычайно опасно.
Ну, 3К, в принципе, надо. Не дно. Довольно-таки. Так, победили, молодцы. Прямо, блядь, молодцы. Ассиста, правда, нихуя нету, ну, блядь. Так сойдет. И так сойдет. Так. 22.50. Еще плюс 4К. А я еще и в топе по урону. По опыту, конечно, 55, но на света дохуя, походу, да. 1400 света и 2900 своего урона. Так что так вот как-то. Так, тут осталось 28 очков. 54 600. 66. 2К урон уже. Да. Уже 2К, но... Так, что там? Час. Сюда можно приостановить. Вот. Следующее видео выйдет немного позже. Вот. Надо это обработать, загрузить. Поэтому, ребятки, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду всем.